Объявленная Путиным реформа РАН приведет к фактическому разгрому российской науки. Сегодня, 5 июля 2013 года, противники бандитской реформы вышли к Государственной Думе. Мы приняли закон, они просто не знают. Их настроили вчера, позавчера. Все нужные поправки мы внесли. Если бы они прочитали бы их, они бы не пришли сегодня. То есть все в порядке, все будет отлично. То есть вы гарантируете, что науку никто громить не будет? Ничего абсолютно. Об этом даже речь не идет. Но ребята готовились раньше, зная, что сегодня будет. И они не знают, что мы уже все подделали. Россия будет когда-нибудь свободной? Обязательно. И это хорошо. Видите, свобода. Видите? Свобода. Молодцы. А за что вяжут? Ну, они санкционированы, видимо. Это орган власти. Если получили бы разрешение, никто бы не стал бы их, так сказать, ничего трогать. А как же 31-я статья Конституции? Согласен с вами. Согласен. Я бы не стал их трогать. Они постояли бы, ушли. Они... Чем сделать? Слишком они вот шумно. Я испугался, думал, какой-то теракт. Я там был. Не надо было шуметь. Они бы растянули бы. И дольше постояли. Они напугали вообще людей. Потому что люди думают, что такое взорвалось. Это да ошибка их была. Да, вот-вот, рвануло. А я был там. А сейчас вы испугались прям? Нет, обещают, смерть на Москву идет. Я решил, что, может быть, уже начался какой-то смерч. То есть не надо было шумовых эффектов. Они встали, подержали бы, дольше постояли бы. А так они, взрывая и световая это вот дым, сразу, видите, полиция оказалась. А так бы они бы спокойненько все. Полиция повсюду. У нас же полицейское государство. Нет, нет. Просто здесь центр Москвы. Хорошо, они мирные демонстранты. А если будут террористы? Ну. Россия будет свободной! Россия будет свободной! Россия будет свободной! Россия будет свободной! Руки прочь от ран! Протестующих повязали тотчас. Что поделать? Свободная Россия, свободная наука. Саша Сотник, Дмитрий Мелехин, Политвестник ТВ.